Всем привет! У меня готова новая книжка. Книжка выполнена на заказ. Состоит из 10 страничек. Получилась такая очень объемная, толстенькая книжка. На обложке у нас кораблик, пальма, чайки, динозаврик. Это с другой странички. Сюда его можно посадить. Здесь на обложке обезьянка. Книжка на магнитной кнопке. Тоже декорирована деревянной пуговкой. Открываем книжку. Такой вот первый разворот. В книжке есть старые странички, которые я делала раньше, но также есть несколько новых. Страничка подсолнухи. Она из книжки «Счет». Здесь снимается подсолнух, он на магнитной кнопке. Такой вот подсолнух. Снимается листочек на пластиковой кнопочке. Отстегивается заборчик, откидывается. Здесь цветочки, травка. Маленькие подсолнухи отстегиваются от пуговки, они на резиночке. Такие подвижные листочки. Можно все спрятать в кармашек вот сюда. Здесь подсолнух тоже отстегивается. Тоже можно спрятать. У мельницы крутятся лопасти. Они на кнопочке, все отстегиваются. Здесь солнышко. Божья коровка, которая двигается вправо-влево. Изучаем направление вправо-влево. Следующая страничка — это новая. Здесь мы подбираем к машинкам колеса по цвету. Также подбираем зверят по цвету машинок. И сами машинки подбираются под цвет гаража. Вот этот большой диск снимается на большой кнопочке. Машинки тоже все снимаются, они на липучке. Сначала подбирается машинка под цвет гаража. Здесь оранжевая к оранжевому. Затем подбираются колесики на магнитных кнопочках. Животные. Тигренок у нас оранжевой машинки. Цыпленок желтой машинки. Слоник с голубой. И где-то у нас динозаврик на обложке. Вот он, динозаврик. Страничка очень тяжелая. Здесь 16 магнитов. Такая достаточно весомая. Все пристегивается. Следующий разворот. Радуга и рыбалка. Ну, радуга уже понятно, что мы подбираем звездочки под цвет дорожек радуги. Здесь звездочки на липучках. Цветочки подбираются под цвет пуговок. Пуговки на ножке, застегиваются цветочки на прорезную петлю. Здесь внизу есть липа, мягкая часть. Здесь можно составить гусеницу. То есть все вот эти кругляшочки можно сюда приклеить. Дальше наверху облачко с пищалкой, оно из флиса. Бабочка на пластиковой кнопочке. Пристегивается, отстегивается солнышко с бубенчиком, разными бусинками на магнитной кнопочке. Тучка дождевая. Дождик можно спрятать в тучку. Можно повытягивать один длиннее, другой короче. Ну и так далее. Дальше рыбалка. Здесь удочка магнитная. У каждой рыбки есть металлическая скобочка вот здесь вот. Можно ловить рыбу. Также здесь нужно найти пару рыбкам. У нас есть две зеленых рыбки, два морских конька, две розовых рыбки, две желтых. Где у нас спряталась еще желтая? И две морских красных звездочки. Лодочка подвижная. Сюда можно опять же посадить звереныша с предыдущей странички. А можно детку со странички сказки. Сейчас я ее достану.
Вот сюда можно посадить детку. Правда, детка у нас с ложкой, но не беда. Здесь дно морское, морские обитатели, тоже ракушки, якорь, здесь золото, золотые монетки. Тоже можно все подвигать, посмотреть. Здесь за водорослями спрятались камушки. Здесь кармашки. Здесь наверху камыш, выполнен в виде деревянных бусинок. Так, детка нам еще пригодится. Дальше. Это же тоже известная страничка. Это тыква. Здесь мы изучаем, шнуровку нужно продеть. Толстый шнурик, вот такие прозрачные колечки. Тонкий шнурик продевается в блочки металлические. Здесь задание посложнее, маленькие отверстия. Листочки снимаются. Третий листочек у нас пришнуровывается вот этим шнуром. Листочки можно все снять, спрятать в кармашке. Здесь с двух сторон кармашки маленькой тыквы. Большая тыква открывается. Здесь божья коровка, пуговка. В тыкве живет мышка. Мышка слегка шуршит. Хвостик на резиночке можно подергать. Опять же здесь травка, цветочки. Такая страничка. Дальше страничка «Божья коровка». Здесь изучаются цвета. Большая «Божья коровка» – это такая сумочка-кошелечек. Она выполнена из кожи, из кожзаменителя. На молнии открывается. Здесь маленькие «Божьи коровки». Здесь мы их подбираем по цвету. Розовая крона, розовый лепесточек. Желтая на желтый. Сама «Божья коровка» отстегивается от карабина, ее можно снять и использовать просто как сумочку. А здесь кружочки, это мягкая липучка, в принципе, можно маленькие божьи коровки даже приклеить вот сюда на большую. А потом под некоторыми листочками, лепесточками спрятались разные бусинки и пуговки. Под розовым лепесточком у нас розовая божья коровка, под желтым у нас ананас, здесь три коска летает. Дальше у нас под зеленым листочком зеленый ежик. Все, по-моему, больше там никого нет. Дальше. Улитка и черепаха. Черепаха. Панцирь на молнии, панцирь-домик. Здесь можно спрятать вот эти геометрические фигурки. Можно спрятать все сами черепашек. Сами черепашки маленькие подбираются по цвету листочка. Оранжевая черепашка на оранжевый листочек на липучке приклеивается. А розовая черепашка на розовый листочек приклеивается. Также подбираются по цвету и по форме геометрические фигуры. Здесь желтая пуговка, шестиугольник. К ней пристегивается желтый. Большой и маленький шестиугольники. Здесь также изучение понятия еще большой и маленький. Или побольше, поменьше. Здесь цветочек. Окошки, как обычно, это силиконовая пленочка. Здесь лягушечка. Застегивается все. Цветочки. Травка. Ну, улитка-лабиринт. Здесь передвигаются бусинки-пуговки. Сеточка опять же настрочена с напуском, чтобы легко было передвигать бусинки и пуговки. Еще добавлена здесь шнуровка. Вот в эти вот петельки из тесьмы нужно будет продеть шнур, потренироваться. Так, здесь показываем глазки, ротик, стрекозка. Речка у нас здесь, камушки, тоже есть золотые монетки, рыбки. Все шуршит, двигается, блестит. Все можно пошелестеть, подвигать. Черепашка, цветочки, травка, волшебное дерево тут тоже с секретом. Бусинки, яблочки можно посчитать. Последний разворот, это сказки. Сказка «Колобок». На этой страничке домик, горка откидывается. За забором у нас бабка. И возвращаем на место детку.
У домика открывается окошко на чердак. На чердаке спряталась кошечка. Открывается сам домик. В самом домике печка и колобок. Огонь в печке. Колобок наполнен наполнительными стеклянными шариками. Их можно прощупать, это хорошо развивает моторику. Здесь собачка в домике. Так, колобка достанем. Облачка, солнышко. Это зеркальце маленькое, безопасное. Дальше лесная страничка. Открываем тоже горку. На горке мухомор на липучке. В пенечке прячется зайчик. Трусишка. Открываем горку. Здесь за деревьями прячется медведь. Медведь с гремелкой. Зайчик. Волк, шуршащий наполнитель внутри. И лисичка. Здесь тоже шарики наполнитель, тоже прощупывается все. Здесь ягодный куст, цветочный, птичка. За елочкой спрятался ежик. Вот такая вот сказка. Закрываем. На заднем обороте, на задней обложке тоже карман открываем. В кармане у нас игрушки и сказочка. Здесь нужно найти предметы, бусинки, фигурные, пуговки, перебирая пальчиками наполнитель. Обратная сторона — мягкий флис, легко перебирается. Также ищем парные бусинки, пуговки, ищем парные лепесточки: зеленый, розовый, красный, ну и так далее. Корешок сделан тоже вот с такой вот цепочкой. Здесь разные пуговки, бубенчик, паровозик, деревянные круглые звездочки и мой адрес ВКонтакте. Так, вот такая вот книжечка у нас получилась. Всем спасибо.